Добрый вечер. На тему сегодняшнего «Крылья» было два стихотворения, и я второй, пожалуй, прочитаю первым, потому что должно было быть по порядку. Первое, что рождает вдохновение, второе, что идет много после. В общем, дорогие врачи, пропишите-ка мне уколы внутривен, субстанции с чужой планеты. Я тогда, может, стану радостным и веселым, перестану думать над смыслом своей планины. А иначе вы сами знаете, как с больными. Их сожмет пружины, и нет ничего железней. Ничего нибудь проще назвать дорогое имя и согреть сердца простой философской песней. Начинается вихрь, и закручивает спиралью все, что двигалось плавно передо мною. И я жду, пока он проберется в спальню и предложит мне утро. Совсем иное. И подкинет мне утро совсем иное, если ночь из жизни всего половину вычтет, разбивая фигуры из белой воздушной пены. Я плыву неохотно по старой дурной привычке, потому что берег обычно в другой вселенной. В глубину тянут вздохи сидеющего барея. И еще слуп тушат проклятые водолазы. Любопытство, отчего задохнусь быстрее? Даже Шреддингер не угадал ни разу. И пока в сердце капают черные акварели, а в мозгу кричат ирландские ведьмы банши, две полярные мысли качаются на качелях. Я уже не проснусь. Я уже говорил так раньше.